Пробуем пройти. Нам главное дойти до босса. Потом нам главное там сохраниться, сохранить мир и пытаться убить босса. У нас проблема, мы не можем добраться до босса. Хотя в целом пока что неплохо, что мы здесь постоянно все заново начинаем проходить. Во-первых, мы тренируемся. Во-вторых, деньги зарабатываем. Жарящий выстрел. Заполучить благословение мудрости. Зажмите, чтобы прицелиться, проходит сквозь стены и накладывает горение. А у нас идет... Так, у нас идет кувырок. Мы возьмем... А, это у нас право, это у нас навык. Это здесь не то. Нет, все так просто. Слишком просто. Так, туда нам вряд ли надо, нам надо наверх. Так, пойди помыть. Вроде как. Ай, не погиб, то он и был. Так, ну, ладно, заберем. Ну, почти. Так, получится у нас еще раз так или нет. Прыжок-то один всего лишь. Можно, наверное, как-нибудь туда запрыгнуть. Подождем. Вот, отлично. Так, очень хорошо. Так, это было плохо. Но все равно не получилось то, что я хотел. Так, КП еще, в принципе, достаточно, чтобы дойти прямо в лицо. Что здесь у нас, в принципе, можно сюда. Не надо было подпрыгивать, не надо было использовать. Так, того не трогаем. Придется проходить. Так, а там у нас попробуем забрать. Так, это далековато. Кого-то отскакивать. Ну, как бы все. Так, можно через F получится. Сколько у нас вниз. Так, хорошо. Вот сюда куда-нибудь идти. В принципе, несложные. Еды не дают, вообще не дают. Так, эти неприятные, они вроде за мной не это не следуют. Сюда сходить. А, нет, не надо нам туда. Так, здесь либо мы всех убьем, либо мы их не убьем.
Кожаный амулет плюс один. Хорошо. Дали бы лучше хпшку. Багряное оружие, пропитанное магией, сшитое кровавой нитью. Это мне надо будет приобрести. Сколько у нас? 2400. Оно может быть стоит дороже намного. Жалко. Но уже возвращаться не будем за этим. Понятно. Как так вот, в самом конце. Я нажал двойной прыжок, а у нас его не было. Один удар по мне остался. Скорее всего, по нам его нанесут. Я прям уверен. Ну да, как обычно. Хорошо. Набрали хотя бы монет. Так, цвет движения, вы медленно падаете. Так, плюс 28% можно взять. Сейчас сначала мы посмотрим оружие. Если тебе надоест зарабатывать на жизнь, помирая, я завсегда готов принять себе ученика. Ты хоть и малой, со слабыми ручонками и неуклюж до жути, но башка-то у тебя на плечах светлая. Не был счастливее в жизни, чем во время учебы. Так, нам дали вот это оружие. Оно получается хуже. Это брать нет смысла. Так, плюс 40 мне не хватит. Вот здесь, в принципе, плюс 30 можно взять. 1700 хватает. Будет броня плюс 6. Да, так поступим. Потом, наверное, мы будем вот эти единства все смотреть. Сейчас просто пока не очень хочется тратить на это деньги. Здесь мы знаем, что 10 дополнительных концентраций, здесь мы ничего не знаем. Я думаю, потом все это мы узнаем. Так, минус 10. 151, 171. Так, а здесь у нас концентрация. Вот, не годится. Главное дойти до босса. А, здесь тоже такой круг. Как там написано? Все оставляет за собой цветной след. А, то есть абсолютно все. Даже эти. Абсолютно все. Так, не успел уйти. Так, а у нас луч. Гравитационный луч. Так, отстань. Отстань. Так, вот это медленное падение нам на руку. Очень даже.
привыкаем уже к этому уровню. Да, привыкаем. Так, где-то там. Все равно мир чуть-чуть генерируется, не весь, но генерируется. Так, не то сделал, опять не то сделал. Опять не то сделал. Понятно. Вот мы опять до босса не дойдем. Три тысячи уже у нас. Нормально. Даже как-то не заметил. Здесь прям хорошо дают монет. Так, опасно, опасно. Успевает она. Ну, вниз нажимать shift, точнее пробел вниз, пробел неудобно, а shift так быстро я что-то не могу нажимать. Так, все, нам отсюда уходить. Ну, как обычно, через боль. А там тоже ничего нет. Вот это плохо. Там этот. Не один. Так, монетку забрать. Или умереть. Нормально. Прилетает. Ну, здесь я побоялся. Надо было использовать, потом еще раз использовать. Так, ладно. 3600 набрали. Нам нужно больше, наверное, ХП. Так, здесь что у нас в сундуке? Оставляю взрывной сюрприз. Так, перебросить. Цвета. Так, ну, цвета можно... Прокачиваем. Сначала мы сразу смотрим, что можно прикупить хорошего. Здесь можно ученых собрать. А, ученых мы знаем, что здесь концентрация. Так, а третья. Надо тоже 20 единства. Так, меч мы не трогаем. Меч у нас всегда будет самый крутой. Шлем. Так, шлем у нас дает ХП. Так, эти у нас, по-моему, по 10 дают. То есть идет амулет и два каких-то. Два на выбор. То есть меч на выбор. Второй либо живучесть. Так, а шлем у нас, по-моему, хороший. Так, да, здесь броня уйдет. Ну и веса не хватит. Так, здесь что у нас? Броня плюс один, это маловато. У нас есть... Здесь живучесть. Аммонитовый. Это придется. Здесь у нас больше нет аммонитовых. Так, а здесь только ученый. Мы можем 20 решимости оставить. А почему нам вообще дают 20? 10 отсюда. Кожаный. А вот здесь кожаный плюс один у нас идет. Сюда и решимость. Если мы улучшим, будет тоже плюс 10 давать.
сюда будет дополнительная концентрация. Ладно, мы не возьмем завес. Понятно, то есть, в принципе, мы ничего не возьмем из завеса. Ладно, оставляем так, посмотрим, что у нас здесь. Так, тяжесть стороны только 8. Ладно, оставляем так. Так, у нас эти, кстати, 200, я забыл их надо тратить. Их надо обязательно тратить. Так, можно улучшить. Максимальный уровень рун плюс 1. Руны более высокого уровня теперь могут быть найдены. Но, наверное, пока не надо. Сила улучшить тоже не надо. Пускай шкатулка, конечно, интересна, но, мне кажется, пока это будет не в тему. Здесь требуется 250. Это все на прокачку, мы, в принципе, до максимума-то еще не дошли. В силе вроде мы только дошли. Приобрести еще один предмет, чтобы разблокировать. Так, что-нибудь дешевое. Либо воля, но здесь же учить броня, наверное, это возьмем. Бонус к золоту. Да, возьмем непоколебимая воля. Так, плюс один. Так, теперь у нас вот это появилось. Безграничный потенциал. Повысить максимальный уровень мастерства для всех классов. Совершенство не знает границ. Максимальный уровень... А я не знаю, какой у них вообще максимальный. Ладно, прокачаем. Я не знаю, насколько это максимально. Максимум будет. Мы до максимума по-любому не доходили еще. Так, мы попробуем шрам какой-нибудь пройти. Так, бонус эмпатии. Плюс 45, дополнительное очко здоровья и урона. Ну, допустим. Так, решимости 250. Дополнительно 25 урона при максимуме. Это, наверное, возьмем это. Это у нас заклинание. А, и оружие. 20 больше. При пониженном ХП. Так, а здесь 3 осталось. А, можно еще поменять. Ваше оружие наносит настолько больше урона, но имеет время восстановления 22 секунды. Здесь будет не в тему. Каждая уникальная реликвия увеличивает ваш урон на 6%. Уникальная реликвия. У нас уникальная нету. Обычная. Ладно, меняем. После получения урона вы не уязвимы дополнительные 1,25 секунд. Носите, получаете на 100 больше урона, боль скоротечна. Так, ну, попробуем. Быстрее помрем. Ваш счет базируется на том, как хорошо вы прошли всеми классами. Ваши характеристики всегда предустановлены. Чтобы получить преимущество, найдите эмпатию. Так, ну мы 3 эмпатии нашли. Собственно, у нас преимущество есть. Плохо. Так, что-то прошли. Стоя начало. А, все, испытание завершено. Нам понадобится урон не нанесли. Так, завершено. 2500. Получено 7500. Дуэлянт, ваш рейтинг А+. Итоговый счет почти 40 тысяч. Ну что, нам за это ничего не дадут? Для требований к трофею используется общий счет. Бронзовая награда 100 душ. Не
Я обнаружено читать подсказку. Зеленая фигура с капюшоном подходит к стене рядом, прежде чем отчаянно изобразить акт броска огненного шара. Так, мы их искать не будем, я просто не понимаю, почему нам. Так, общий счет. Бронзовые награды 100 душ. А как получить бронзовую награду? Так, у нас счет двух классов нет. Осталось два класса. Их вообще, по идее, всего должно быть... А, ну правильно, 15. 8 здесь, 7 там. Бронзовая награда 100 душ. Так, золото 15 плюс золотых трофеев. Серебро 15 плюс. А, очков для бронзового приза 45 тысяч. Угу. Удалить всех монстров башни. В принципе, если я пройду сейчас этим же, то мне уже ничего не дадут. По-моему. Сейчас проверим просто. Все-таки надо разными классами побеждать. Ладно, в принципе, здесь быстренько можно пройти. По случаю урона наносите на 100 больше урона, пока вы не уязвимы. Да, возьмем. Так, ваш счет базируется на том, как хорошо вы прошли всеми классами. По идее, к тем 40 тысячам мне вот сейчас ничего не добавится. То есть этим классом, в принципе, либо... повысить надо счетчик. Успел. Еще на время. Секунды. Так, здесь меньше. Помощь эмпатии 3x107. Ой, 1.7. Попадание получено, решимость использована. Затраченное время. Так, хорошо, если я решимость не буду тратить. Допустим, просто сразу пойдем. По идее, больше очков дадут. Ну и эмпатию, если не использовать, наверное, тоже будет больше очков. Так. Попадание плохо, конечно. Допустим, да, много пропустили. Это больше очков дадут или нет? За то, что мы не использовали решимость. 0. Да, там 5500 было, здесь 7500. Так, ну почти счет. Ну, в любом случае, надо разными играть. Нет смысла одним и тем же проходить. Так, тогда мы получим бронзу и, собственно, сможем здесь что-нибудь докупить. Понятно, как это работает. Уходим. Так, тогда куда мы тратим? Да не тратим. Так, 3700, там много для одной силы. Что, здесь не все прокачали? Так, надо что-нибудь новенькое взять. Не знаю, выше пойдет или нет. Реликвии стоят меньше решимости. Ну... можно попробовать взять, в принципе, броню взять. Возьмем, что-то там что-то появилось. Средневековый подлог. Подлог через подгонку. Теперь вы можете перебрасывать реликвии и диковинки в королевстве.
перебрасывать. Особо понятно, что это. Так, мы возьмем вот это тоже тогда. Повышает восстановление здоровья и пищи. Неплохо. Астральные сады. Сад, из которого можно рассматривать космос. Другими словами, в принципе, ничем не отличается от других садов. Разблокирует астромантов. А, это у которого будет атака такая этим черной дырой. Ну ладно. Хоть что-то будем разблокировать, смотреть совсем. Так, там есть сундук. Нормально, самоводящийся. Да, на черном белом их плохо видно. Я же не использовал второй прыжок, почему его нету? Вот сейчас есть. Не тот, так этот. Ладно, здесь хотя бы золото много дают. Уже 2000 есть. Сейчас что-то по мне ударит, нет? Ну да, хотел использовать умение. Так как бы оно долгое. Все-таки в черно-белом не очень комфортно играть. Переброс. Возьмем мечника. Так, урон от пинка получает бонус от интеллекта. Увеличивает урон от урожайных критов. Попробую на это взять, просто посмотреть, что-нибудь лучше будет. Да, что-то будет. Увеличил ловкость, повышая урон от оружейных критов. Цветочный магазин. Практикуйтесь утонченности и попутно прибавится учтивости. Так, ну, собственно, здесь, видимо, тоже все можно доверху поднять.
дотянуться. Нормально это, нет? Именно в этот момент, когда я спускался. Ни раньше, ни позже. А, все, я от этих, оказывается, можно этим избавляться. Пинком. Я помню, где-то у меня так получилось, но потом сразу же забыл про это. Я почему-то думал, что от них вообще увернуться нельзя. Так, как тебе гроза? В принципе, она не особо-то и мощная. 80. Мечником я играю более комфортно. Мне больше нравится играть. Так, если там по-любому наверх. У него урон где-то поверх, то есть у него прям вот так вот. И вниз даже надо цепляется. Поэтому проще с монстрами справляться. Выше. У нас так не получится проскочить. Зато зацепиться. Ладно, хоть так. Подумал про щит. Но поздно. Так, либо наверх. Наверное, сюда пойдем. Главное до босса дойти. Ни разу не дошли. Походу мы на него не дойдем в этот раз. 20 хп. Об тучку. Ладно, когда-нибудь мы до него дойдем. По-любому. Поздно или поздно. Мы будем прокачивать хп. Будем качать хпшку.
сюда не надо. Все равно попало. Я ж тебя это опустил. Она быстро поднимается. Нафиг, нафиг отсюда. Короче, все меня бьет, все меня убивает. Абсолютно все. Даже монет особо не набрали. Так, меняем. Синего цвета. Рывок. Рывок не годится. А здесь вообще ничего не годится. Только в сердце. Посмотрим. Минус 25%. Сражаться очень не хочется. Так, теперь обратно. Помахнулся. Не получилось. А где-то здесь. Не получилось. От удара не укрыться. Плохо. Только один раз можно сделать рывок. Так, мне кажется, что мне надо наверх. Вообще отлично встретили. Нет, слишком медленный. Им драться прям вообще не прикольно. Монет не набрали. Так, либо этого, аэродинамичность, такой еще не видели. Так, что-то можно прокачать, качаем. Концентрацию.
Налетайте, как орел, прямиком вниз. Ваш пинок заменен на нисходящий удар. Это мне здесь поможет как-то, нет? Как-то не особо. Пройти, конечно, можно. Урона мало наносит. Пройти. А, наверное, здесь сюда нам и нужно. Пару тысяч уже заработали. Можно и умирать. Так, ладно, можно жить. Так, очень, конечно, интересно. В принципе, оно того стоило. Плохо, что опять вниз надо теперь. Либо наверх, наверх я, наверное, не доберусь. Нет, наверх мы не пойдем. Так, а вниз. Вниз аккуратно. Так, я думаю, ты не так ударишь. Наверное, ждать нет смысла. Понятно. Этих не остановить ударом. Так, вниз сундук вниз. Нам нужно выжить и дойти до босса. Все равно попал.
так и знал, что рано или поздно все равно попаду. Оставим его в живых. Ох. Сколько я уже попыток? Наверное, попыток 20, наверное, сделал. Просто добраться до босса пытаюсь. Договор связывает тело и душу. Никакой пищи для падали. Все принадлежит реликвариуму. Так, мы возьмем тебя, корни плюща какой-то есть. Это, наверное, интересное. Так, прокачиваем ХП. Либо силу. Либо вот сюда влево еще можно пойти посмотреть, что там будет, если там что-то будет. Повышает пределы нагрузки. Ваш уровень веса будет меняться каждые 20%. Так, ну посмотрим, сколько у нас сейчас вес. Каждые 20%. 180. Так, смотрим. 180. Что-то другое это. Повышает предел нагрузки. Ваш уровень веса будет меняться каждые 21%. Загляните в глоссарий для подробностей. Класс аэробики. Класс аэробики. Либо уровень веса надо посмотреть. Ваш уровень веса изменяется, когда вы подходите к максимально переносимому весу, начиная легким и заканчивая массивным. Если ваш уровень переносимого веса равен легкому, вы получаете плюс 125 дополнительной решимости. По-моему, все не совсем то. Мы сейчас типа как тяжелый. Плюс 50 решимости. Массивный. Ладно. Потом пойму, что это было. Так, все здесь. Больше нечего прокачать. Вы наносите на 12% больше урона, находясь на земле. Ну, неплохо. Синдром хронической усталости, золото плюс 28. Все заклинания и таланты имеют время перезарядки. Это ничего страшного. Это страшно. Что у нас там есть? Ударная волна. Бьют неплохо. ПП имеют много. Надзирающий амулет. Деяние королевской стражи, которая патрулирует стадель Агарта. Хотел. Все, никого не трогаем. Что нам не надо? Она наверх. Так, вот все, больше ничего не сделать. Походу здесь мы им помрем. Это тоже хитро сделали.
очень хитрые. Лечение мы не успеем нигде найти. Думаю, успею убить его с двух ударов. Но как бы нет. Как бы нет. Ладно, качаем ранги. Почему бы и нет? Враги зачерчены. Так, другие. Гигантизм еще, кстати, не смотрели. Смотрим. Так, что-то можно прокачать. Здесь можно что-то прокачать. А, ну у нас еще бонусы не идут. 141, 145. Что у моря, что у доков, портные везде одинаково. Увеличивает максимальный переносимый вес. Плюс 10. Здесь плюс 10. Это подешевле. Тяжесть струн. Ставлю здоровую пищу. Так, ладно, пускай будет. Так, ну прыжок у нас такой же. Вы гигант. Из-за вас все стесняются своего роста. Я думаю, просто по нам попадать будет проще. А, ну у нас хп 550. Хотя это может быть и от того, что мы с топору. До класса больше хп. До этого было 490, по-моему. Мы что-то прокачали, видимо. Так, туда можно запрыгнуть. А вот сейчас ты мне поможешь. Я не могу туда запрыгнуть. Она, видимо, либо обычным, либо маленьким. Вот в чем проблема гигантизма. Так, понятно. Долго думал, что сделать. Все равно урон получил. Пройти. Нет, мы туда не пойдем. Так, а здесь у нас какая-то комната. Сказочный сундук. Теряйте здоровье. Ну, конечно. Каким огромным не потерять здоровье. Привет. Да. Здесь надо маленьким играть. Ну и вообще знать локацию. Там происходит. Не знаю, наверх. Здесь, наверное, придется выходить. Может, спавнем раньше времени. Кто-нибудь нас раскидает. Там дороги не видно.
похоже на проход. Долго замахивается. Ну, куда-то есть путь наверх. Нам наверх и надо. Кипиш, полный кипиш, нет, гигантизм, конечно, очень мешает. Так, живучесть плюс 1%. Тут что-то прокачали. Так, маленький. Нет, не будем ни маленький, ни большим. Нет возможности излечиться. Мы, в принципе, и не находим ничего в плане лечения. Возьмем его. Чем больше хп, тем лучше. 712. Не знаю, хватит нам до босса дойти, не хватит. В принципе-то локацию уже более-менее знаем. Знаем врагов. Найти. Нет, не забрать. А как там сундук? Где там сундук? Показываю, что прямо, а, прямо здесь. Забрать, естественно. Там ударят, так здесь ударят, а еще и здесь. Подпрыгнуть нельзя. Так, а все. Вот сюда надо будет, по-любому. Так, без прыжков. Не получится. Этих монеты падают хорошо. А серьезно, ты еще вниз можешь быть и вверх? Я даже не знал. Можно сказать, во время движения можно выбрать направление атаки. Я только сейчас узнаю. Нормально так. Я играюсь довольно-таки долго им уже. Хотя мне удобнее. А ну, в принципе, вот так вот столько. Сквозь стены прыгать.
лечиться нельзя. Так, паника, паника. Здесь просто сундучок. Сундук нам не особо-то и нужен был. Так, вместо этого, наверное, нет. Кстати, опять же, я забыл и пользоваться. Так, ну теперь надо до самого верха добраться. Как-нибудь. Наверное, можно либо снаружи забираться, либо вот здесь пройти. Да нет, мне кажется, там будет просто какой-то бонус. Мы карту уже смотрели. Там уже заходили. Уничтожить все цели. Триста маны. Подфартило нам. Уроном подскоков. Улучшите свою семейную реликвию и освоите искусство танца на частицах воздуха. Получите дополнительные двойные прыжки. Вот, хорошо было бы. Надо брать. Надо качать тяжесть рун. Так, ладно, пока неплохо. Пока неплохо. Что-то вляпались. Все равно. Мы очень-очень где-то близко с боссом. Прям очень близко. Если бы мы двойные хп, мы, конечно, уже не успели. Так, куда там наверх? Вот, отлично. Отлично, мы до нее дошли. Монетовый нагрудник. Тяжелое обмундирование, сделанное из древнего камня. Мы дошли до босса. Мы получили монеты. Мы сохранили телепорт. Тебе еще надо долететь. Так, посмотрим, что у нас здесь. Так, большие замораживают врагов. В принципе, хорошо. Перезарядились после получения урона.
удара, а здесь перезаряжается от атак по врагам и полностью перезаряжается при успешном отражении. Так, ну успешное отражение нам так же, как у мечника. Это красиво. Бастион Провидения. Провидение. Стуарий Ират. По глазам себе бить. Вроде как не особо, ну, неприятный, конечно. Не сказать прям, что сложно. С карликом, наверное, хорошо играть. Третий появился. Взрывается. В центре было находиться. Ладно, главное, мы до него дошли. Мы сейчас сохраним. Так, нам здесь сила по-любому нужна. Так, мечник. Только в сердце. Не очень бы хотелось. Меч хотелось бы. Попробуем, ладно. Качиваем ХП, наверное, или силу можно. Силу, наверное, лучше. Посмотрим, что он сверху еще будет. Отдадим 3800, так и быть. Притон для игры в кости. Рай для невыдуманных ролевых игр. Повышает шанс на случайный оружейный крит. Также повышает шанс на то, что навык крит станет сверхкритом. 1%. В целом хорошо. Надо качать. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот беда. Вот беда. А если я отступить героем? Так, выйти нам уже не получится. Блин, это плохо. Я забыл сохранить мир. Мне опять надо добираться до верху. Очень-очень плохо. Конечно, уступки-то не пойдут. Ладно, в любом случае мы знаем, что надо пробираться по воздуху. Можно, в принципе, никого, наверное, не трогать. Сундуки тоже не собирать. Сюда, сюда нам надо. Мы попали два раза. Чего так много? Прямо в сердце. По-моему, а, там есть выход. Повезло. Повезло. Надо было не прыгать.
босса. Ой, серьезно, мы так быстро до него добрались. Мне кажется, немножко поменьше стала карта. Да, потому что до этого мы сюда забирались, направо. То есть так как мы до него дошли, видимо, нам сделали карту поменьше. Теперь, может быть, всегда будет генерировать ее меньше, чтобы мы могли золото собрать. Так, в любом случае, сейчас мы умрем. Главное мир сохранить. Прям обязательно. Мы, конечно, прям сдаваться-то не будем. Постараемся побить. Хотя бы пару ударов. Тренировка лично не будет. Так, вот это я забываю. От этого, в принципе, избавляться легко. Что-то было непонятное. Так, вот здесь вроде нажал, но не успела сработать. Так, сохранить мир. Попробуем кем попробовать тогда. Так, враги зачерчены. Ну, босс, наверное, не будет зачерчен. А кто его знает? Так, сохранить мир. Все, отлично, теперь будем долго, мучительно пытаться его убить. В принципе, если это босс единственный, то есть потом ничего не появится еще, то он, в принципе, не такой сложный. Четвертый босс был сложнее. Магом, да, есть не очень прикольно, потому что из-за его эффектов я не понимаю, что происходит. Пока он ману вытягивает. Может, талант заменен на чумовой пердеж. В общем, либо вы медленно падаете. Так, ну попробуем катану. Вдруг что-то получится. Так, скорее всего, здесь желательно топор. Но урон самый большой. Тем более мы стоим на земле. Место бьется. Желательно бить в прыжке, тогда у нас больше шансов увернуться. А от этого еще можно отскакивать. Можно было. Так, ладно, им не прикольно, что на месте он стоит. То есть, когда он бьет, стоя на земле, он не может пошевелиться.
меча нету. О, может, давай против вампиризм заодно есть. Попробуем. Бард. Так, получается, я могу, в принципе... Двойного прыжка у меня нету. Все только смогу. Да, только вот это рывок могу постоянно делать. Это будет сложно. Можно под себя кидать ноты. И от них отталкиваться. Здесь мы попробуем просто закидать его нотами. Так просто будем кидать. Они еще рано носят. А потом F, наверное, сделаем. Все снаряды. Да, и по одной надо прыгнуть будет. По идее, хорошо его ударим. Но это не точно. Совсем плохо. Прям ужасно. О, этот Лабрис. Антиквариат, меч АТ. Минус 34. Так, интересно посмотреть, что будет. Вы наносите на 150% больше урона, но это хрупкая реликвия. Хрупкая. Либо она сломается, либо что-то произойдет. Реликвия разбита. Прекрасно. Это хрупкая реликвия. Она слишком хрупкая. Так, ладно, мечом здесь было удобнее всего. Здесь с места бить тоже не прикольно, потому что здесь постоянно движение надо быть. Мы не можем топором и бить, и в движении быть. Ну, только в прыжке, а в прыжке тоже не всегда удобно. Так, короче, только меч подойдет мне. Ваше наследие живет и после. Даже если вашим детям не суждено. Так, меч. Перезарядки, ладно, прекрасная леди. Главное, что меч. Нацелены
на победу. Что делать? Хаос начинается. Нет, вряд ли сейчас, да, в панике по-любому погибну. Так, нужно какой-нибудь урон увеличенный взять. Так, мечом отлично. Мечом отлично, может быть, этот еще здесь пригодился бы, но нет, иммунитет этот плохо, не годится, тоже не годится, если никто не годится. Может быть, можно попробовать. Может, как-нибудь, если здесь глаз, перепрыгнуть отсюда и отсюда убить. Вот, получится. Тогда этим хуже будет. Как подпрыгнуть-то? Да. Этим очень неудобно. Так, ну остается мечник только. Мечником хорошо было. Пару неудобно, вот этим не пробовал, но опять же он сдвинуться не сможет. С места. Так, мечника мне не дали. Горение на 2 секунды. Может ли горение поможет? Можно попробовать, в принципе. Но этим надо атаковать только в прыжке. Потому что если мы ударяем снизу, то мы не можем двигаться. То там нам не годится. Вот в прыжке можно, в принципе, всегда бить. Нет. Торопиться. Так. Все равно хорошо по мне прилетает. Причем было удобней. Нет, этим мне очень некомфортно. Меча нет.
то же самое. Ладно, лучник. В принципе, он может стрелять спокойно. Так, я хотел посмотреть, здесь может куда-то можно деть. Там же можно было что-то прокачать. О, на них. Так, лавка душ. Руду эфир, эфир в руду. Так, потратить ресурс, чтобы купить камни душ. А, вот сюда, походу, их надо. 50 получим. Допустим. Так, 150 есть. Что мы можем улучшить? Нам все это не поможет. Мастер-кузнец. Ладно, хоть что-нибудь. Мастерство тоже, конечно, нам особо-то не надо. Пусть будет. На будущее. Здесь надо либо мечником, либо убийцей. То есть они оба могут наносить урон и перемещаться. А ну еще поваром, в принципе, тоже можно. Она тоже может перемещаться во время удара. Этим будет сейчас тоже некомфортно. Мы, конечно, крит не будем ждать. Нету мечника. Беда. Попробуем закидать его. Тоже зацензурен. Забавно. Это, кстати, даже удобно. Ничего не сливается. Нет, в принципе, магом тоже есть так. Не совсем-то уж и плохо. Но урон просто маленький какой-то. Ладно, до второй стадии хотя бы дошли. Уже хорошо. Так, убийца, убийца. Возьмем.
Это очень долго. Прям очень долго. Засмотрелся сюда. Думал, когда у нас там откатится умение. И не заметил. Так, враги зацензурены опять. Можно попробовать. Пока было все хорошо до этого момента. Так, да, с тремя уже не очень комфортно. Очень некомфортно. Так, мечник, отлично. Так, ну сейчас еще разочек попробую, потом я сделаю небольшую паузу все-таки. А то устаешь биться в стенку. Так, я же нажал. По идее, должен был успеть. Вот мечника у меня получается лучше всего. Вот и кипишь.
Получилось. Неужели? Ничего не взорвет меня больше. Скварий побежден. 28 хп. Ага. Ты давай сейчас прыгать начнет опять. Нет. Не начал. Так, ну хорошо, отлично, он действительно побежден. Отлично. Значит, на отдых я не иду. Так, ну и теперь нам надо идти Фессон, высохшее озеро Фессон. А, с тем не поговорили. Свернемся. Там уже здесь. Солнце засияло. Благодарю за это. Я, кстати, если что, еще рад тебе вернуться.